Ребята, доброе утро. Сегодня суббота, и у меня намечается очень интересный экспириенс. Сейчас я еду в Москву участвовать в одной фокус-группе. И такое, знаете, воодушевление у меня, потому что я в фокус-группах не участвовала со времен студенческой практики, когда эти фокус-группы сама участвовала и вела их. И это было очень интересно. С удовольствием сегодня хочу в этом поучаствовать снова. Тем более, что тема мамская, тема близкая. Знаете, даже когда получила приглашение, вот уже всю неделю мозговала в голове, и куча предложений у меня есть, но если не спросят, то как бы и ладно. Вылезать со своими идеями я не хочу, но очень интересный сервис, очень интересный бизнес. Я думаю, что единичные в Москве, не знаю, у них конкурентов пока, я в Москве вообще. И они не только в Москве, они, я так поняла, во многих городах России, по крайней мере, в миллионниках. Вот, но обо всем этом я вам расскажу уже постфактум, когда схожу на встречу. Если смогу, поснимаю, если нет, значит, вам уже как итог после встречи расскажу и о чем говорили, и какие, собственно, после этого я сделала выводы. Думаю, что это все равно будет интересно, так или иначе. В любом случае, выбраться маме в декрете из дома, не с ребенком и не по каким-то домашним бытовым делам, и не в магазин, это очень круто. Ребята, я уже в родной деревне. Я ничего вам там не поснимала, там снимать и нечего в таком формате. Ну, в общем, куча заряд просто позитивнейшей энергии, куча всяких эмоций. Обо всем расскажу, все по порядку, но для начала вам просто 5-минутный посыл невероятной экспрессии. Наслаждайтесь.
Сегодня уже воскресенье, и только сейчас у меня появилось время вам вообще рассказать о том, что же вчера было. Вчера был такой какой-то насыщенный день, что у меня даже не было времени поговорить с вами. И, наверное, это хорошо, потому что сегодня у меня как-то улеглись эмоции, вздохи, ахи всякие разные. И более трезво я смотрю на ситуацию, наверное. Вчера было очень круто. Я очень рада, что я попала на это мероприятие. Хотя изначально я туда не собиралась идти вообще, но они перенесли на выходные, и тут сам Бог велел. Честно скажу, что больше всего восторгов у меня вызвало именно то, что я попала на фокус-группе. Это же как бы моя работа, я хоть и побывала с другой стороны, но все равно как-то в свою родную стихию. Это очень круто, это очень заряжает позитивом. Я реально все там 2,5 часа сидела и невероятно завидовала модератору. Хотела побывать на ее месте, потому что этой энергетической подпитки очень не хватает. Сейчас я вот по ней как раз скучаю, наверное, в декрете больше всего. Это как учителя от учеников подпитку, знаете, там вот всякие артисты, публичные люди. В общем, когда ты работаешь с аудиторией, ты привыкаешь к вот этому энергетическому потоку очень мощному во время каких-то публичных выступлений. И этого жутко не хватает, а поэтому начинается дикая ломка. И вчера у меня был своеобразный такой глоток кислорода, знаете, после очень долгого какого-то затишья, и прям очень круто. Я поняла, что... Ну, вернее, как, я осознала, куда именно я хочу двигаться, потому что сейчас я занималась до декрета не совсем этим. И если не получится то, что я задумываю, то я, наверное, как-то хочу сместиться из того, чем я занимаюсь, в другую область. Вот как-то так. Я понятия не имею, получится у меня это или нет. Я не знаю пока, по какому курсу идти и как к этому двигаться. Но, по крайней мере, есть какие-то цели, наметки впереди. Все-таки год уже почти есть, не за горами. Нужно какие-то уже перспективы впереди видеть. Ладно, короче, рассказываем, что же вчера было. Я вчера была на фокус-группе от компании Toyrand. И сейчас буду ее жестко просто рекламировать, при том, что абсолютно бесплатно, без каких-либо договоренностей с ними. В общем, ничего с их стороны не было. Я была приглашена просто как одна из мам, которые пользуются их сервисом, да, и нас таких там было не то чтобы очень много, но все мамы абсолютно разные. То, что я блогера, они знать не знают, и, в общем, это их не касается. Вот, поэтому просто рассказываю. Им я давно пользовалась, и я вам где-то рассказывала об этом. У меня был взят на прокат коврик, развивающий для ребенка. То есть Toyrand — это сервис, предоставляющий в аренду какое-то оборудование, ну, скажем так, для детей. Коляски, кроватки, коконы, шезлонги, вот такое, и игрушки. Ну, основной сегмент, конечно же, игрушки. Причем игрушки такие вот именно для деток. То есть для детей старше там 3,5 лет там нет, наверное, уже нету ничего. Но для детей маленьких очень много всего, очень большой выбор всего, что можно там взять. Плюсов вижу здесь вообще на самом деле много. Первое, они сами привозят и сами увозят. На сайте выбираешь то, что тебе надо, то, что есть в наличии, либо смотришь того, что нет в наличии у кого-то, можно им позвонить, сказать, что вот вещь, которую я хочу, скажите мне, когда... Ну, вернее, позвоните мне, когда она будет, я ее возьму. Позвонят обязательно. Тут, кстати, вытекает следующий пункт. Они очень домашняя, теплая, уютная компания. Я об этом подозревала, догадывалась, когда мы с ними общались, потому что у них очень точечный, очень личностный подход к каждому клиенту. Я подозреваю, что клиентов не так уж много. И многие мамы на фокус-группе высказывали опасения, что если они реально будут как-то развиваться и рекламировать себя, хотя они сейчас вообще этого не делают нигде, их нельзя найти, никакой рекламы себя они не делают, только по рекомендациям, то вот этот вот домашний личный подход, он у них пропадет, а это их реальная фишка. Да, наверное, я рискую, но я не думаю, что моя аудитория реально сейчас вся кинется. Насколько я помню, они работают во многих городах России, не только в Москве. Но внизу я оставлю их ссылку на их сайт, посмотрите, если кто заинтересуется. Что еще касается плюсов? Все игрушки у них дезинфицируются, причем реально дезинфицируются, потому что я сейчас вот заказала у них игровой комплекс для Еси, и его только вернули от хозяев, они мне позвонили, сказали, мы бы привезли вам сейчас его, но нам нужно на дезинфекцию 2 дня, поэтому давайте вот мы вам привезем их на неделю. Вот, поэтому
в принципе, пообщавшись с мамами, очень много полезного и положительного фидбэка появилось у меня в голове. Даже если и были какие-то сомнения, то они рассеялись. Кому-то привозили вообще новые вещи, новые игрушки. Новые, вот Мамару, видимо, они их закупили на волне вот этого хайпа, что новые Мамару вышли, последние 2.0, которые у нас тоже были. И они их закупили и привозили людям прямо на вьё, то есть в запечатанных коробках. Но даже если эти вещи приезжают к вам не новые, они выглядят как новые. Они всегда чистые, они всегда упакованы, и все так в полиэтилен завернуто, и стоит такой штампик, что все это санитарно обработано. Вот. Собственно, наверное, все плюсы, что могла сказать. А, есть еще один плюс. Если вы не прерываете цепочку заказов, то есть вам один раз привезли, вы заплатили за доставку, и, ну, вы заказали на месяц, а месяц шаг. Либо неделя, либо месяц. Выгоднее, естественно, брать месяц, намного выгоднее, просто в разы. Если в конце месяца вы заказываете другие вещи, то вам привезут новые, эти заберут, и все это будет бесплатно. Если вы сдадите, ничего нового не возьмете, то следующая новая доставка, вы опять ее будете оплачивать. Вот как бы такая есть фишка. Мы очень много рассуждали на фокус-группе по поводу маркетингового развития их, что стоит как бы улучшать и так далее, поэтому есть какие-то у них прогибы пока в организации, но именно потому, что они реально какая-то такая вот семейная компания, небольшая совершенно. И ну, думаю, что они станут еще лучше, я им это всячески желаю, советую. Я не знаю ни одного их конкурента, честно. Вот не знаю. Я узнала вообще о сервисе аренды игрушек от Ани Шейной. Когда-то она у них что-то брала. Это были, по-моему, не они, это какие-то их конкуренты были. Но я тогда просто поняла, что есть такая фишка. Мне даже в голову не приходило, что можно взять детские товары в аренду. Это потрясающая идея. И, ну, мне кажется, что это того стоит, потому что, как минимум, хранить дома негде все эти игрушки, которые мы покупаем, которые мы хотим попробовать, и сколько всего из того, что покупается, ребенку неинтересно и не нужно. В Торренте же, если вам привезли игрушку, вы через день-два поняли, что ребенку она неинтересна, там можно договориться о замене игрушки сразу, чтобы вам месяц не оплачивать ненужную вам игрушку. В общем, короче, очень много всего положительного, именно поэтому я решила о них так подробненько вам рассказать, ну, потому что это супер, я хочу с вами поделиться хорошим сервисом, тем более, что, ну, как бы, это недорого, это того стоит, если взять там на месяц 5 игрушек, потом еще 5, представляете, сколько всего нового вы сможете дать своему ребенку. Да, там сейчас есть некоторые проблемы в наличии, потому что, ну, они реально небольшие компании, у них не так много товаров, и иногда происходит такое, что вы что-то хотите, а этого нет в наличии. Ну, как бы с этим, ну, они с этим работают, а мы с этим как-то пытаемся пока уживаться, искать какие-то другие варианты, то есть брать что-то другое и там ждать. Вот, на неделе привезут, значит, то, что я заказала. Я заказала такие ходунки-каталку, чтобы если ручками бралась и катала это, и игровой комплекс, который стационарно стоит, по-моему, крутится вокруг своей оси ребенок внутри, и там такое игровое поле как бы вокруг получается. То есть это стоящий такой комплекс. В общем, что вам рассказываю, я вам все это покажу на неделе, сниму об этом как бы видео. Ну и подытоживая то, что произошло, в принципе, вчера, я в очередной раз хочу сказать, что я рада, что я живу по принципу «не отказывайся от того, что тебе предлагают». Я очень бы пожалела, наверное, если бы не пошла туда, не испытала всех этих эмоций. Мам в декрете, и так мало что радует. Таких, тем более, вот настолько ярких эмоций не так много. Ну, в плане, естественно, ребенок дарит кучу эмоций, но вот каких-то таких социальных, общение с другими мамами, да просто общение с другими людьми. Это очень круто. Очень-очень круто. Вот, поэтому берите любую возможность, чтобы с кем-то пообщаться, куда-то сходить. Это прямо, не знаю, взрыв позитива у меня вчера был. Ну, а потом просто погуляла по центру Москвы, давно там не была. Даже сняла вам музыкальный номер, что вообще как-то я ехала домой и улыбалась. Вообще, на самом деле, я первый раз ездила в Москву отсюда. Вот именно в Москву, прям до вокзала. И вообще, как бы, там боялась, что я заблужусь, потому что я как бы никогда на этом вокзале не была. Когда я ехала обратно, вышла на площади трех вокзалов и тупила, какой же мне нужен вообще вокзал.
Ну, вот как вы знаете, наверное, так действительно в декрете переключается голова на какие-то другие вещи, что даже коренной москвич может, ну, как бы затупить в городе и не понять, куда ему вообще идти. Ну, такое бывает. Хотя у меня нет какого-то такой проблемы с географическими направляющими. Я хорошо ориентируюсь, но... Да. Надо выезжать почаще в город, я это поняла. Но ждем весны и будем ездить. Очень хочется куда-нибудь возить, тем более, что ребенок приобрел уже, в принципе, вид абсолютно осмысленного малыша, который может и сам передвигаться, и очень активно общаться, и хочет коммуницировать с другими людьми, с другими детьми. И да, хочется уже начинать какую-то социально активную жизнь. Здорово! Как Еся катается! Ой, как она катается! Ой, какая! Аж даже, мне кажется, не дышит. Главный бухгалтер Есения Михайловна такая за рабочим столом. Стример? Стример Есения. Стримерша Есения. Все, всем говори пока. Пока. Скажи пока. Маша, как ты будешь махать ручкой? Скажи всем пока, ребят. Тоже мне. Все, ребят, пока. Увидимся с вами в каком-нибудь следующем влоге. Пока.